Торонто. Банк номер 5. Приветик. Привет. Отдайте мне все ваши деньги, пожалуйста, и спасибо. Виннипег, банк номер 16. Здравствуй. Не окажешь мне услугу? И ребята такие: да, и что ты сделаешь? А он им: а вы что с макакой делать будете? Вы же знаете, сюда макакам нельзя. Спасибо. Эдмонтон, банк номер 23. Бристоль, банк номер 24. Пожалуй, Эдди. У меня идея. Квебек-Сити. У меня есть приятель, банкир. Я хочу подшутить над ним, можешь написать. Отдай мне все деньги. На французском. Смешно, да? Ему понравится. Enchanté. Très bien. Merci beaucoup. Банк номер 36. В обмен на то, что он дал мне деньги, Томми также получил небольшую долю. Я не всегда нуждался в нем, но приятно иметь влиятельных друзей. Так-то, детка. Ванкувер. Банк номер 47. Добрый день, чем могу помочь? Хочу расплатиться по кредитной карте. Отлично, как будете оплачивать? Наличкой. Таинственный грабитель опустошил еще один банк. Я довольно часто летаю, Рози. И скажу тебе честно, ты лучший мой собутыльник из всех. Выпьем же. Хорошего дня. Приветик. Помнишь меня? Давай-ка, ты же знаешь правила. Банк номер 55. Спасибо, миссис Клаус. Мистер Вайтман, добро пожаловать в клуб пассажиров первого класса. Карта элитного члена клуба. Поздравляю. Ну ладно вам. Черт, сколько ж тут денег.